Здравствуйте! Добро пожаловать на канал MailaOpt. И сегодня представляем вашему вниманию обзор кружева «Яблочко розовое». Кружево «Яблочко» – отличный универсальный материал для декорирования изделий ручной работы. Материал основы – капрон, на который нанесен рисунок стилизованного яблочка техникой машинной вышивки. Кружевная лента имеет двусторонний рисунок фестоном. Средства таковы: не боится влажно-тепловой обработки, не растягивается, не выгорает и не теряет цвет. Кружево «Яблочко» используется в швейных мастерских для украшения воротничков, манжетов, отделки горловины, краев одежды. Авторские куклы Тильды, игрушки, маски, одежда для любимых питомцев, отделанные кружевом, радуют глаз и свидетельствуют о хорошем вкусе. Мастерицы бисерной вышивки используют кружево как основу для нанесения бисерного рисунка. Дизайнеры по интерьерам пользуются кружевом для оформления праздничных столов, объемных композиций, отдельных элементов. Кружево – необходимый отделочный материал для свадебного наряда. Флористы используют кружево для создания нежных воздушных букетов из живых цветов. Мастера по изготовлению сувенирной продукции используют кружевную ленту для декора упаковки. Вот так выглядит данная ленточка, данное кружево. Кружево поближе. Вот такой техники яблочко. С другой стороны. Легкая, нежная. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!